Хозяевам нижегородских гостиниц запретили завышать цены во время чемпионата мира. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Максимальная стоимость ночевки определена постановлением правительства Российской Федерации. Она устанавливается для каждого субъекта федерации, принимающего матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в соответствии с классом гостиницы и категорией номера. Отели 5 звезд могут устанавливать стоимость гостиничного обслуживания в зависимости от категории номера от 18 до 70 тысяч рублей, 4-звездный от 16 до 43 тысяч рублей, 3 звезды от 11 до 33,5 тысяч рублей. Номера в 2-звездных отелях будут стоить от 7 до 12 тысяч рублей. 1 звезда обойдется в 4-8,5 тысяч рублей. Ночевка без звезд варьируется от 7 до 14 тысяч рублей. При этом сотрудники управления Роспотребнадзора, изучив цены, которые предлагают отели в Нижнем Новгороде для бронирования номеров, обнаружили повышение максимальных цен в несколько раз. Например, беззвездные отели предлагают самые дешевые номера по 10-25 тысяч рублей и даже выше. Кроме того, на сайтах гостиниц нет информации, которая должна быть представлена по закону. По данным фактам нарушения, управление Роспотребнадзора выдало предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.